друзья мои, вот собираюсь красить завтра яйца и готовлю для этого краску. Это у меня такая кастрюлька специально для этого. Вот смотрите, вот такие корни марены красильной. Такое растение по-грузински мы называем эндро. Я их помыла хорошо. Сейчас возьму, разломаю еще на маленькие кусочки и закипячу. Солью водой, закипячу. Сейчас вечер, как раз до утра они постоят. И будет хороший насыщенный этот цвет. И вода как раз тоже, отвар остынет. И утром уже можно красить яйца. Обычно я еще добавляю шелуху из лука, но в этом году у меня не получилось ее собрать, так что буду красить только эти. Вот до утра постоял отвар. Видите, какого цвета? Да, друзья, доброе утро вам. Забыла сказать. Сейчас положу яйца и буду варить. Вот, друзья, яйца сварились. Я их залила холодной водой. Вы сами это знаете, чтобы потом они хорошо чистились. Затем вытерла насухо и взяла салфеточку, налила подсолнечное масло и вот так красиво их протерла. Вот так они красиво блестят. Видите, какой красивый цвет получается. Так что у нас в Грузии в основном пользуются вот этим природным натуральным красителем. Эндро или марена по-русски. Еще используют этот краситель, я читала, для окрашивания шелка, шерсти. Также еще используют в живописи. Поздравляю вас, друзья, с наступающим праздником. Прежде всего, желаю крепкого-крепкого здоровья вам, вашим близким, всем мира, добра. Берегите себя и до встречи.